Вау. В общем, я сейчас делала опрос в Инстаграм, какую мышку купить. Давай черная. Да, девчонки, коньки купили. Наконец-то. Так, все, процесс пошел. Починюшки наши. Вот такая вот у нас красота получилась, ребят. Давайте, вставайте. Всем привет. Вот что ты в этом платье спишь? Тепло в нем? Оно же вязаное. Давай, встаем. Время уже 7:30. Маргарита что-то кашлять начала. А, Маркоша? Ты что кашляешь? Нам болеть не надо. Давайте собираться. Пух. А? Не пух. Не пух. Давай. Там... Не знаю, что потеет, потому что у меня все штаны с дыркой. Ну так Бонька тебе все штаны порвала. Своими зубами острыми. Продрявила все штаны. У меня только два. Она там пищит. Каролина спит. Бонечка. Доброе утро, Бонь. Каролина. Она давай одеваться. Это она тоже платье. Давай одеваться. Как у тебя там заживает уже? Да. Ну, хорошо. Давайте одеваться. Каролиночка, вставай. Доброе утро. Боня сама первая просыпается. Ну, а Бонь? А что, зонтик берешь? Да ты что? Папа, пока. Папа тоже в школу пошел. Папа у нас с обеда работает. И провожает девчонок в школу. Макс, все проснулись, подтянулись. Что? Это что? Это Бонька отгрызла ухо? Твое? Бонька ухо отгрызла? Чье это ушко? Чье это ушко? Это не мое, на, Бонь. Грызет, вон, второе ухо тоже валяется. Бонь, тебе ухи? Тебе ушки нравятся грызть? Да не надо, пускай она грызет, на. Ей нравится резина. Бонька с соской сидит. Бонь, ты дома остаешься одна. Бонь, в магазин нельзя с собачкой. Пойдем, Макс. Так что ты у нас будешь охранять. Дом наш. Все, поехали. Бонька, нет, ты нет. Иди на место. Иди. Мы тут встретили Каролина в своей желтой шапочке. Сейчас она будет крутить. Ой, тут так плохо видно, прямо резко стенет. О, давай, давай, вот она. Та-да. Они учатся хлопать хлопушками. Я не знаю, видела она нас или нет. Но она смотрела прямо в нашу сторону. Она со своей зеленой шапочкой, ее везде можно увидеть. Все, побежали. Играть. Макс, ты будешь рулить? Да? Тебе уже пора челку подстригать, скоро опять она у тебя так отрастет, и все, не видно будет тебя. Приехали мы в магазин вот в такой вот. Там много всего очень интересного. Если он открыт уже. Открыт. Уже 9 часов. Пора работать. А вот с 8:30. Нужен стол. Вот какой стол. Он какой-то такой неровный, волнистый. А вот этот стол делается больше. Иисус, я сыграю на лев. Нам нужен столик, который увеличивается. Вот как раз дополнительная деталька. Чтобы увеличить. А такой нам...
Макс. Какой столик красивый. И дорогой. Вот такие штучки обожаю. Очень красиво так можно украсить. Даже не знаю, какие выбрать домой украшения. Вот такие вот тоже очень люблю. Красота вообще. Вау. В общем, я сейчас делала опрос в Инстаграм, какую мышку купить. Сейчас будет год мышки, год Маргариты. И я делала опрос. У нас Маргарита мышка. Вот такая вот серенькая. И я делала опрос в Инстаграм, чтобы вы проголосовали, какую лучше взять. В общем, там проголосовали почти 50 на 50, поэтому я купила двоих мышек. Таких вот прикольных. Одна сидячая, одна вот здесь будет сидеть. Вот так вот, все, в машине. Ну, папа в машине будет одна сидеть. А, нет, она будет падать вот так вот. Вот, еще там всякие штучки, тоже украшения вам покажу. Фонарики, светильнички, шишечки. А сейчас мы поедем домой. Время уже 10 часов. В принципе, у нас еще времени хватает. Макс выбрал себе машину. Целый грузовик с машинками. Макс, еще вроде как бы не Рождество, тебе уже подарки. Как дела в школе? Я сегодня купила. На ногу. Сегодня ходили с папой и купили вот таких вот мышек, смотри. Это ты, мышка? Я купила две, спросила я в Инстаграм у подписчиков. Спросила я в Инстаграм у подписчиков, какую мышку купить лучше. Ну, в общем, там было почти 50 на 50, поэтому я взяла две. Выбрали, кому-то нравилась та, кому-то эта. Вот я еще взяла вот такие шишки, смотри, какие огромные. Это настоящие, да? Три шишки, ну да, настоящие. Так, это я себе духи взяла. Это шампунька. О, еще. Еще два. Я хотела один шарик, но папе захотелось. Папа хотел с Мишкой, а я с Дедом Морозом, поэтому мы купили два. А тут еще и вот такие. Это тоже украшение, не знаю, там, да, на тумбочку. Но она с батарейками, она не от розетки. Это, да, это тоже, это звездочки. Это Каролине. В комнату на кровать повесить, не знаю, куда-нибудь. Они у нас тоже любят спать с фонариками. Все, больше ничего нету. Да. Вот так вот. Будем скоро украшать. Ух ты! Вот смотри на этот снег, он как будто как-то тебя это, не знаю, завораживает. Медленно так двигается. Прям как гипнотизирует. Вы должны сегодня упаковывать. Да, подарки. Подарки? Этот рождественский календарь. Спасибо. Вот тебе эти лампочки, Каролин, смотри, со звездочками. Только батарейки нужно вставить. Нравится? Ну, раскрывай, батарейки нужно вставлять же. Это мне? Да, это тебе. А зачем ты тогда эти четыре лампочки купила? Какие четыре лампочки? Будем здесь вешать, значит. Будем здесь все украсить. Ой, они пластиковые. Да. Хе-хе. Прикольные. Давай черные. Девчонки, коньки купили. Наконец-то. У нас просто в городе, да, в городе у нас катки есть. Их несколько. Два катка я точно знаю, да? Больше не знаю, где есть. И, в общем, у нас так, да. Если у тебя есть свои коньки, значит, ты бесплатно катаешься сколько хочешь. Поэтому девчонки уже сколько лет подряд растаяла, как раз она нужна растаявшая. Сколько лет подряд они просят коньки, и теперь они будут кататься бесплатно. Сколько хотят. Ты тоже, у тебя же тоже есть.
Да, у меня даже есть, и у папы есть. Ну, папа не хочет больше. Ну все. В декабре, где-то числа, по-моему, 10 или 15 откроется. 1 декабря. Как, 1 декабря уже? Я почитала. А, ну супер, вообще тогда начнем кататься. У тебя сейчас какой размер, 35? Да, мне 35. Ну, давай попробуем. Маргарите нужен. Только этикетку пока не снимай. Мою? Да, пока не снимай, если что, поменять. Ну вот, теперь у всех у нас коньки есть. Только у Макса и у Каролины. Это специальная насадка. Дай посмотрим. Ну, беленькие они более такие-то. Ну, как девчачьи, да? Да, мне больше вот эти нравятся. Черные. Они с мехом внутри у меня. Подожди, осторожно, Каролина. У меня нет. У меня мех. А, ну-ка, дай-ка. У меня нормальный. Маркуши вот такие. А, точно, они с мехом. Ой, круто. Каролина, нет. Прикольно. У меня нет, у меня нормально. Боня лежит, ей тоже интересно. В смысле? Давай я увеличу. С какого по какой у тебя? У нее тоже 36-39 или сколько? 33-39. Маргарит, ты уже скоро будешь 38-й, блин, ну ты что? Ты же мне говорила, там есть 37-41. Да. Почему не взяла? Я, она, когда мы шли там, ну, так, домой, мы уже там внизу были. Ты сказала, почему ты не хочешь поменять носками? Нет, зачем? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я, ну, если завтра успею, поменяю. Ай, такие большие. Мы решили сделать печенюшки. Ты свет принесла сюда? Да. Так, 80. Лампу. Не надо. Вот такие вот. Олени. Только у нас олени не получится, потому что у нас нет таких штучек, носика и глазок. И вот это. А что, никаких там шоколадок у нас нет? Макс. Нет, там у нас не нет ничего такого. Нет, нет. Давайте. Так. Дальше что? Будем вот делать сколько? Рождественские печенюшки. А. Сколько там написано? Скажи. 80 грамм. 80, но если 50-50 это 100, значит чуть меньше. Вот так отметь. Вот так вот линию проведи. А теперь открой. Вот. И порежь. Растаявшая, как раз хорошо, что она растаявшая, не замерзшая. Она должна быть такой, да. Как это? Помыла руки? Да. Хорошо помыла? Да. Ну давай. И с ложки. На, с ложки собирай. И хорошенько тебе нужно сделать клубочек теста, да, я так понимаю? Ну, оно должно такое мягкое быть, как слайм. Макс, ручками давай не будем, ладно, лазить там мука. Окей. Прям хорошо смешивай с мукой. Маргарита, я со школы, из библиотеки принесла вот такую вот книжечку очень интересную. Здесь разные подделочки новогодние, плюс еще рецепты. Нет. Как украшать. Вот всякое там, всякие мешочки, игрушки, подарочки, ну и печенюшки. Поэтому мы решили сделать печенюшки с этой книжки. Каролинечка, иди отнеси на место, ее на стол положи, а то мы ее испачкаем. Это не наша книжка. На стол положи. Ну что, лучше? Да, получается. Так, все, процесс пошел. Печенюшки наши. Каролина налепила маленькую. Включила? Маргарит, а кто будет включать? Мне главное, она включила 180... Ой. Да, 180 градусов, а она вот эту не нажала, которая тоже самое главное. Температуру. Температуру сделала, а дальше все само, да? Все. Они подымутся немножко? Ну, я надеюсь. Ну, сейчас посмотрим. Если будут вкусные, то еще обязательно сделаем. Обязательно. Масла не хватит, у нас там мало масла осталось. Все, печеньки готовы? У нас тут дискотека. Да. Кто к нам придет на дискотеку? Знаете, ребят, мы, наверное, бы уже давным-давно елочку нарядили, да? Правда? Да. У меня такое желание елку нарядить. Мне тоже. У всех других уже есть? Елка дома стоит. Да, уже все? У одноклассников? Да. Ну, мы тоже обычно где-то вот так к первому числу, декабря, мы наряжаем елочку. Ну, сейчас... Зачем сейчас? Сейчас мы, да, сейчас мы не знаем, наряжать, не наряжать, потому что если переезжать, то елку потом опять... Если нам разрешат, то тогда зачем? Зря мы... Ну, в общем, нам должны ответить до четверга. Вот завтра, послезавтра уже должны сказать. Вот они, наши печенюшки. Они уже подсохли. Все, можно кушать, они подсохли. Угу. Давай тарелочку. Они очень вкусные, знаешь, особенно с молочком. А почему мы не возьмем
Сахарная пудра. И потом с водой перемешаем. Они и так сладкие очень, Маркуш. Надо тогда меньше сахара добавлять. Это прям очень-очень сладко будет. В следующий раз просто меньше сахара добавь. И сахарную пудру, да, сделай с водичкой. И тогда будет глазурь. На. Но сейчас они очень сладкие. С чем будете? Не знаю, Каролина, наверное. Ксюша не может, бедная, расстелить замок. А мы решили на ночь глядя гирлянду повесить. Да. Размотала? А что ты тут запутала? Ты что такое заузил? Сейчас распутаю. А? Вот такая вот у нас красота получилась, ребят. Ну, хоть немножко какое-то настроение, да, праздничное, а то да. Не можем не украшать, ничего. Пусть у нас такая гирлянда висит. Я сделала. Кстати, у нее есть пульт. Где пульт? Где пульт? Вот пульт. Здесь можно менять. Вот, например, вот так вот. Здесь есть минус и плюс. Например, если я хочу, чтобы совсем было, вот так вот убавить. Чтобы слегка, слегка. Вот так вот, совсем. Давайте будем спать ложиться. Пускай светит. Радует глаз. У нас скоро будут все балконы украшать. Кто-нибудь уже украсил напротив? Нет, еще пока не украсили. У нас потом начинают все соседи балкон. А он там наверху. А вот так вот у нас смотрится, если с балкона смотреть. Знаешь, с улицы. Вон там, где некоторые, которые там наверху. Да, вон там, которые вот далеко, в той стороне. Там уже украсили. В общем, скоро, я думаю, уже в начале декабря уже все украсят свои балконы. Только что девочки снимали новое видео для своего канала. И оно выйдет завтра. Но получается в четверг. Что? Угу. И девочки делали друг другу адвент-календарь. Ой, мамочки. Да, вот этот пакетик. Он, это Ксюша. Нет, нельзя. Это пакетик Ксюши. А вот этот пакетик Маргариты. Я их хорошенечко спрячу до декабря, до первого числа. Ну, и с первого числа, ну это получается в воскресенье, и с первого числа девчонки будут открывать по одному каждый день. Это, наверное, они сами покупали друг другу подарки, сами выбирали, поэтому Ксюша не знает, что купила Маргарита, а Маргарита не знает, что купила дня. Ксюша. Через 4 дня. Да, через 4 дня. Первый адвент. Поэтому, так что, ребят, не пропустите в четверг новое видео, как они это все делали, как они упаковывали, будут все вам показывать. Конечно, не все подарочки. И они как планируют снимать влог каждый день и в каждом влоге открывать по подарочку. А мы утром будем? Это им такой стимул. Да, мы утром будем. Ну, когда хотите, можете утром проснетесь перед школой, будете открывать. Все, ложимся. Что с Рафикой? Ну, пёс. Смотри, сколько светильников у вас. Раз, два Маргарита включает, потом три. И вот эти вот четыре. Вот пять, шесть. Ага. Все включайте, и вообще у вас будет прям день. Раз, два, три. Все, спокойной ночи, пока, ребят. Раз, два, пока. Все, спокойной ночи. Четыре, пять, шесть. А вон у тебя еще подушка светится. 9, у меня тоже есть подушка, потом сидит с носорогами и вот это. Папа у меня подушку забрал. Ага. Потом еще на окно. Еще и на окно. И будет день, я же говорю, у вас будет светло, как днем. И потом вы надеваете маски. Главное, они включают все эти светильники. Я включаю светильник для Ксюши. Надевают маски на глаза и спят. А для чего нужны светильники? Так просто, для красоты. Логика. Где логика? Я включаю светильник для Ксюши, потому что она потом... Боится. Ксюша, если у тебя будет отдельная комната, как ты будешь одна спать? Я буду включать светильник. Ладно. Ладно, ребят, все. А то сейчас болтать будем долго. Давайте, все, пока-пока всем. Пока-пока. 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 Пока. Спокойной ночи. Не разговаривайте. Пока. Пока.